Всем привет, с вами Time Games, и мы будем играть матч Кубка Америки 2015 года, матч за третье место, Парагвай против сборной Перу. И как я уже говорил в первом матче, я сильно болею, у меня голос простужен очень сильно, и кому мой голос не нравится в данный момент, можете отключить звук, но видео-то смотрите. Матч будет, я думаю, жестким. Ну а сейчас по традиции команды будут исполнять. Слушать. Свои гимны национальных команд. Мужик, ну здесь-то ты зачем руки на яйца кладешь? Ну вот сразу видно, сборная Перу. А нет, я ошибся. Ну что же, дорогие друзья, идет дождь, как и в первом матче, который я снимал за сборную Перу. То есть поставил в одинаковые условия команды. Ну и что же, начнем. Мяч ставит швейцарец, какой-то Людвиг. Не успел прочитать. И мяч будет разводить команда сборной Парагвая. То бишь я. Сан-Бенито и там, наверное, Лапу. Ну все, матч начался. Сан-Бенито прорваться уже к воротам. Фига себе. Сан-Бенито какой резвый парень. Так, пас назад. Артигула. Как же его фамилия правильно читается, не знаю. Плери. Да нет, не Плери, а Артигула. Вот как его правильно фамилия читается, я не... ума не приложу. Сколько я играю в сборную Парагвая. Наверное, каждый прочитает ее по-своему. Ни хрена себе, пока я тут рассуждаю ударение. Сборная Перу-то ведь уже чеканит. Итак, Билок, что творит? Гарреро бьет! Штанга, мать вашу! Сан-Бенито! Давайте, побежали в контратаку, Лакрос, Артигула! Уже бежут! Бежут! Да, они бежут! Лакрос! Ой, ё-моё! Лакрос потерял мяч. Хотя ему-то не должно это... Очень просто достается мяч Артигуле. Сантанабрия. Мадейра. Мадейра обратно на Сантанабрию. Пас в центр. Лакрус. Так, так. Артигула отбирает мяч у него. Ой, простите, ребятушки. Варга с мячом. Лакрус с мячом. Сантанабрия. О, вот это желтая карточка. Я просто волкую. Thank you.
Фарфан, нельзя так играть, нельзя! Я же еще не в штрафной. Хоть бы в штрафной сбивал. Какая-то польза бы хоть была. Итак, Мадейра будет вышибать матч. Так, тот же самый Артигула. У меня почему-то фамилия Артигула его ассоциируется с таким вот артикулом. Есть. В русском языке. Лакрус! А, Лакрус, Лакрус! Катит мяч. Почему? Потому что идет дождь. Все из-за дождя сейчас было. Так бы мяч поднялся в воздух. Артигула вообще сегодня красавчик. Сантанабрия. Артигула, Мадейра. Снова на Сантанабрию. Хотя, конечно, в принципе, когда буква кончается на А, фамилия склоняться не должна. Так что это не Сантанабриу, а Сантанабриа. Или Сантанабрия. В общем, как-то так. А сейчас в атаке сборная Перу пытается левым флангом что создать. Геррера с мячом. Писарро! Писарро бьет по воротам! Белок не мерит мяч в руки! Лакрус! Лакрус бьет прямо в Йотуна! Вам, может быть, я неправильно произнес фамилию, но, по-моему, правильно! Лакрус несется к воротам! Сантанабрия! И вот тут заваливают Сантанабрию, но мяч уходит. Вау. И Мадейра будет отдавать. Артигула. Мяч не тому. Ребятки, ну что же вы такие? Я промолчу. Так, отбивается Перу. Куйвас с мячом. Куйвас на правом фланге. Фарфан с мячом. Ну и желтой карточкой, конечно же. Лакрус, Лакрус, ну куда же ты бежишь? 4-3 игрока. Ты ж не Месси. Месси-то троих иногда обыграть не может. Рита Мосо? Вот не знаю, как честно читается его фамилия. Но русские бы ее назвали. Его назвали Рита. Итак, Лакрус с мячом. Мяч опять теряется. Ну что такое? Вот сегодня, по-моему, больше всего потерь у Лакруса. Ему мяч доставляют, а он его теряет. Лири с мячом. Вот опять на Лакруса. Ну вот и опять потеря. А все почему? Потому что не с кем отыграть. Никто не бежит вперед. Он что там, за всех должен отдуваться? Сантанабрия тут что-то непонятно делает. Куйвас бежит по левому флангу. Вот он отдает на Рита Мозо. Так. Так. Опасно! Куйвас! Билах выносит мяч! Бегите, бегите в контратаку, мать вашу! Лакрус, давай! Да, Лакрус, старт ты делаешь. Секунд 5, наверное. Так, мяч отобрали из Сантанабрия с мячом! И уже несется к штрафной! И это будет на вес 100%! Это будет 100% угловой. Но 45 минут уже истекли. И
Арбитр нашего матча, по-моему, он из Дании, добавил нам 3 минуты, чтобы забить мяч в аутбомбе. В общем, кто-то выбил из перуанской сборной мяч. А вот сейчас получилась херня. И херня уходит на второй тайм. Точнее, я надеюсь, что там будет очень интересный матч. Продолжение. А пока скучно. 0-0. Дорогие друзья, увидимся во втором тайме.